идем. Все нормально? Да. Нормально, я цела. Бегом, бегом, бегом! Надо немедленно выбираться отсюда. Когда я это увидела, я потом ночами не спала. Ладно, идем. Идем. Некогда зевать. Идем, идем. Смотри, сейчас он что-нибудь сломает. Кто-то добрался сюда раньше нас. Ну, будем надеяться, нам повезет больше. Да. Похоже, эти трупы лежат тут лет 70. Эй, им это мало помогло, но возьми. Спасибо. Угу. Так, Лазаревич и компания наверняка отправились в город, так что если доберемся до выхода, сможем спокойно уйти. Нет, Хлоя, мы должны найти Чинтамани. Что? Надо остановить Лазаревича. И как вы собираетесь это сделать? Найти камень первыми и уничтожить его. Эй, подожди. Только не говори, что веришь в эту сверхъестественную чушь. Я уже не знаю, чему верить. Ладно, если ты не понял, этот человек – клинический идиот. Думает, что исполняет пророчество, и что камень сделает его неуязвимым, бессмертным. Мы стоим посреди Шамбалы, и ты говоришь о невозможном? Ты видела, сколько пуль всадили в тех тварей. Это очень странное место. Тем более надо убираться отсюда, пока можем. Я просто пытаюсь все исправить. И, возможно, спасти мир. О, боже. Слушай, милая. Миру наплевать. Если ты высунешься, тебе откусят голову. Ты же ненавидишь Лазаревича. Да, я хочу наказать его не меньше, чем ты. Но ничего из этого не выйдет. Вот, вот чем это закончится. Нет, не в этот раз. Ну ладно. Ты с нами? Вы идиоты. Ладно, пошли спасать ваш чертов мир. Опять эти уроды. Сюда.
назад! Не подпускайте их! Кунгу Кагурду! Крепкие орешки, вот! Это я и так знаю. Что делать будем? Идеи есть? Кунгу Се! Стреляй! Стреляй! Кума! Назад! Не подпускайте их! Нет! Черт. Назад! Не подпускайте их! Серьезное оружие. Это уж точно. Mm-hmm.
Давай, тут надо перепрыгнуть. Там все нормально? Это сок, вроде той смолы. Он хорошо горит. Отойдите. Боже мой, что это? Не так все страшно. Боже мой, что это? Сок хорошо горит, так же, как та смола. А, здорово. В следующий раз предупреждать надо. Другой разговор. Пошли. Выглядит очень знакомо. Конечно. Вот где лежит камень Чинтамани. Как тут красиво. А ведь когда-то здесь было очень красиво. Тут очень тихо. Немного жутковато здесь, а? У нас гости. Опять? Шш. Говорила же, было слишком тихо. Может, не заметили? Елена, назад. Ч?
Черт, да тут повсюду солдаты. Вот так. Катне до кубки маре.
заклинило. Не хватает противовеса. Ты вроде как раз нужного размера. Смешно. Ладно, сейчас. Ладно, поехали. Давай! Ну, практически впритык. Осторожно. Вы там целы?
Похоже, нам надо забраться туда. Используем тележку. Поехали. Молодцы, ребята. Спасибо за помощь, Хлоя. Пожалуйста. О, черт. Ложись.
Тут опять охрана! Пристрелите! Они бессмертны! Тут опять охрана! Пристрелите! Они бессмертны!
Камень где-то рядом. Идем наверх. Отлично. Скорее, надо спешить. Ну все, почти пришли. Вот он, камень Чинтамани. Надо же, мы обогнали их. Какой красивый. Да, просто блеск. Расшибем его и смоемся отсюда. Постой. Что-то не так. О чем ты? Марко Поло ошибся. Это не сапфир, это янтарь. Янтарь? Да, окаменевшая смола. Древесный сок. Минуточку. Что это? Не может быть. Послушай, Нейт. Ненавижу, когда он так делает. Кому ты рассказываешь? Как я упустил это? Что упустил? Это вовсе не камень, это смола. Сок дерева жизни. Стой, я ни черта не понимаю этого дерева. Нет. Вот этого. О, черт. Вот он где. Лазаревич. Идет к дереву жизни. Господи, черные зубы. Что? Черные зубы. У тех монстров и у трупов в Борнео. Они ели смолу и переродились. Думаешь, именно это задумал Лазаревич? Предлагаешь подождать и проверить? Браво, Шерлок. Отлично. Блин. Господи. О, Гарри. Что, приятель? Лазаревич все понял раньше тебя? Ты опоздал совсем чуть-чуть. А я решил остаться и подождать старого друга. О чем ты говоришь? Зоран все так и задумал. Он умнее, чем кажется. Мы еще можем остановить его. Елена, не надо. Нет, мы можем помочь тебе. Прости, милая. Это не кино, где смелая красавица перевоспитывает негодяя и всех спасает. В жизни так не бывает. Флинн, послушай, ты... У меня подарок от Лазаревича. Жаль, что без Чики. Назад! Елена! Нет. О, Господи. Елена. Так, все будет хорошо. Держись, мы тебя вытащим. Давай. Остановите Лазаревича. Скорей. И не думай. Идем. Они вон там! Черт! Ничего, я держу. Прикрывай. Ладно. Остановите их! За мной. Лазаревич! Да черт вас. Надо вытащить Елену отсюда. Расчищу путь. Редак.
скорее! У нас гости. Еще чуть-чуть, пошли. Так, подожди. Елена, как ты? Давай, надо перешагнуть. Аккуратней. Сможешь, давай, еще шаг. Кажется, это последнее. Эй. Елена, как ты? Ты держись. Я на тебя рассчитываю. Ну, идите к выходу. И как можно скорее. Стой, не поняла. Нет. Нет, не смей. Слушай, Хлоя, это мой... Даже не думай. Сейчас нет времени на это глупое геройство. Выведи ее отсюда. Без тебя не пойду. С помощью этой смолы он создаст армию монстров. Не делай этого. Лазаревич станет неуязвимым. Я должен этому помешать. Это самоубийство. Ты сам знаешь. Уходи. Уведи Елену как можно дальше отсюда.